рыбка, чуйка зверская. Вот такой вот акушарик. Отпускаем. Пробуем еще раз. Сегодня испытываем кощей с титановой вершинкой. Одного кушарика поймали. Погода сегодня не пойми какая, ветрище. Ну, сейчас попробуем, может что-нибудь получится у нас. Ух ты! Поклевочка была, ну что-то похоже на пескаря. Опять дугу выдувает. Вершинка работает как сторожок. Эх ты. Есть мормышку, наверное, надо. Вообще 0,1 грамма. Но с этой вершинкой, я так думаю, надо не на течение ловить, а все же в настоящей воде и очень осторожную рыбу. Вот-вот-вот-вот поклевочка сейчас была. Прям по вершинке очень четко. Очень четко. О, какой жирный песканира. Вот такой пескарь. То есть поклевочка четко прямо по кончику увидел. Вот такой пескарь. Вершинка работает как сторожок на зимней удочке. Боялся, думал, будет мешать забросу. Там на вершинке очень много колец пропускных. Ну, вроде ничего, кидает нормально. Две рыбки уже поймал. Поклевочка отработала четко. Ну, говорю, все же, наверное, нужно с этим делом ловить в настоящей воде. Эх ты! Вот прям сейчас пескарь трес, вот так вот. Прям вершинка аж как, вот говорю, как на зимней удочке. Так, так, так. Кто-то еще там. Попробую дальше туда пройти. О, все как обычно у нас. Отцепился. Вот поклевка сразу была. Но что-то проворонил. Обманывают пескари. Смотри, что обманщики. Ага. Эх ты! Ельчишка был хороший или плотвичка. Ну, что-то сошла.
рано подсек, слишком вершинка чувствительная. Ветер дугу выдувает, все равно толком не потестишь. Ага. Вот еще супер окунь. Вот такой. Вот, поклевка. Еще один жирный пескарь. О, какой. Вот этот пескарь, так пескарь. Этого надо сфотать. Жирненький. Так, поклевочка. Вон. Эх ты. Даже мелкий пескаришка тащит, а вершинка аж в дугу. Не знаю, как это будет видно на камеру, эти поклевки. Но визуально очень здорово отслеживается. О. Какой-то наномормофидер. Ветер толком не дает нормально отследить поклевки. Вот, кто-то. Ага. Вон. Надеюсь, видно. Эх ты, сбежал. Блин, зацепил. Зацепил бревно. Оторвусь нафиг. Мотылика. Так, ну и сразу, наверное, по снастям. Сегодня Кощей. Ну, Кощей не просто Кощей, а вот с такой вот вроде как титановой вершинкой. Здесь на вершинке на самой раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь колец пропускных. У меня были такие сомнения, что заброс очень пострадает. Но вроде бы пока нормально. Леска 0.12 Sunline Trautist Darkness. Катушка Shimano Sara BB 2000. И сегодня у нас такой первый тест
Кощея с этой вершинкой. Первое впечатление очень чувствительное. Даже, наверное, чересчур. Но думаю, на стоячей воде в безветренную погоду будет вообще классно. Здесь даже ветер выдувает дугу на леске, и она уже отрабатывает. Погода поганая, ветер пасмурно. Время на рыбалку час. Собрался только на рыбалку, выдернули на работу. Пока пробегал туда-сюда, уже час рыбалки кончился. Так, была сейчас какая-то поклевочка легенькая. Спиннинг с рук сдувает, но тем не менее удалось что-то уже немножко поймать, какой-то рыбки. Жалко, не вытащил плотвичку, прокатилась, на полпути сошла. Не хочет что-то на мотыля, или мормышка красная отпугивает. Ловил-то на черненькую, лапушарики-то мелкие должны как-то реагировать. Пока работают мормышки только свинцовая, неокрашенная, и темные. Светлые мормышки вот за три рыбалки пробовал, молчат. Хотя, по идее, вода мутная, наоборот, должны работать. Но здесь что-то как-то не то получается. Странно, но мотыля не хочет. Чего надо? Попробуем силикончик от Константина. Мормышка красная отпугивает, или не знаю, чего надо. Сейчас попробуем вот такую силиконочку. Посмотрим, как будет реагировать. Ага. Опять пескарь. О, перебит. О, не знаю, видно поклевку, нет? Опять пескарь. Ага. Осторожные какие-то поклевочки. Это, наверное, плотва.
Пискарик все-таки поактивнее как-то клюет. Это, наверное, плотвичка. Может, ельчишки осторожничают. Мормышка легкая, близко не опускается ко дну, а рыбка, похоже, вся ближе ко дну стоит. Наверное, надо потяжелее поставить. О, трава. Может, дальше пойти попробовать? Заодно глянуть, что там. Вода-то собирается спадать, нет? Ну, смотри, что делает, а? Начали мудрить. Крайний заброс. Пойду еще по речке пробегу дальше. Может, там что-то. Да заодно надо проверить, вода стала спадать, нет? Или наоборот, еще больше поднимается. Ладно, пойдем дальше. Так, попробуем здесь. Здесь вода здорово спала. Так, пойдем на слияние сходим. Вода упала, и сейчас у меня была вроде как поклевка. Похоже, что-то либо елец, либо плотва. Может, уклеечка. Блин. О, очухалась. Оторвал. Нет, не оторвал. Сломал крючок на мормышке. Вяжемся. Все-таки как-то на темненький лучше клюет. Поставим сейчас такого муравья темно-синего. Смотрим, что у нас из этого выйдет.
может и не выйдет. Что-то здесь пока тишина. Одна была какая-то потяжка непонятная. И все. Уже, наверное, поздно. Сейчас дальше еще пройду маленько, посмотрю. И, наверное, буду собираться. О-о! Вот вроде поклевочка. И все, что ли? О, берега рушатся как. Клевка была. И все, и бросил. Нет. Опа-на. Вот такая вот плотвичка. Как вам? Ха-ха. Вот кто мне здесь. Что попало делает? Вот чьи-то поклевочки. Тихо, тихо. Сейчас мы тебя смотрим. Вот какая плотвичка. Туда же. Осторожненькие, осторожненькие поклевочки. Опять потяжка. Эх ты. Так, кого-то еще поймал. Ага. Это у нас ильчишка. Еле-еле живые поклевочки. Вот только по кончику спиннинга видно. Ну что, надо собираться домой. Уже темно. Кощея потестил. В принципе, нормально работает. Поклевочки здорово видно. Одной рыбалки, конечно, мало, чтобы делать какие-то глобальные выводы. Но, тем не менее, несмотря на такую погоду, несмотря на мало времени на рыбалку,
тем не менее удалось поймать маленькие рыбки. Практически, кроме щуки, наверное, все, что тут есть. Ну и кроме карася. Ну, карасю еще рано. А так, ельчик был, плотва была, пескарь был, окунь был. В принципе, нормально. Ветра бы не было еще. И время на рыбалку чуть побольше. Было бы вообще, думаю, здорово. Ну ладно, буду на этом закругляться. Всем пока.